Теперь поговорим о другой теме. Сегодня в России открыли первый в стране экодук. Это специальный мост, по которому животные могут переходить скоростную магистраль в привычной для себя естественной среде. Экодук находится в Калужской области на федеральной трассе Украина. Как он выглядит, знает мой коллега Ромас Чаурелли. Он выходит на прямую связь со студией. Ромас, приветствую. Ну вот расскажите, пожалуйста, понравилось ли животным вот такой новый маршрут? И для кого вообще его строили? Для каких конкретно зверей? Маш, приветствую. Но прежде всего скажу же о том, что этот экодук строили для лосей главным образом, а также для лис, для косуль, для кабанов, то есть для тех животных, которые в наибольшем количестве представлены именно в этом районе. Причем именно 170-й километр Киевского шоссе выбран не случайно, потому что, по мнению ученых, именно здесь наблюдается наибольшая концентрация этих животных. И особенно лоси предпочитают здесь именно заводить потомство. Поэтому, разумеется, когда речь зашла о реконструкции именно этого участка Киевского шоссе от 120 до 190 километра, то сразу же зашла речь о том, как бы обезопасить животных, которые очень любят выходить на проезжую часть, и как сохранить экосистему, но если не в первозданном виде, то хотя бы близко к нему. И вот было принято решение о строительстве этого экодука. Это новшество для России, потому что мы знаем, что для животных уже делались специальные тропы. В частности, конечно, все мы помним, как полгода назад в Приморье открыли в земле леопарда автомобильный туннель, но здесь совершенно другая технология, потому что если автомобильный туннель предусматривал загон автомобилей под землю, при этом не касаясь территории, которая окружала автомобильную дорогу, то здесь попытались искусственно создать естественную среду для животных и построили вот тот самый мост экодук, который находится за моей спиной. Что он из себя представляет? Это достаточно широкое пространство, порядка 60 метров в ширину этот мост, который засеян, ну, если не полностью той же растительностью, которая окружает и к которой привыкли животные здесь, то, по крайней мере, очень близко к ней. Естественно, сейчас, вот в настоящий момент, это все очень маленькое, все эти кустарнички, деревца, они только посажены, и поэтому все это выглядит, ну, немножечко так компактно. Понятно, что с течением времени это все разрастется, и тогда уже животные абсолютно комфортно смогут переходить дорогу. Мы прошлись по этому мосту, который окружен специальными звукозащитными щитами. Вы знаете, учитывая то, что здесь достаточно оживленное движение, вот и сейчас во время прямого включения нашего здесь постоянно ездят машины, но вот там совершенно ничего не слышно. Поют птички, ну, лоси пока еще не переходят, видимо, они ждут, пока пройдет церемония открытия. Но, тем не менее, как только все это заработает, то, естественно, все животные начнут уже активно пользовать новую тропу. То, что к этому проекту приковано повышенное внимание, говорит о том, что весьма представительная делегация сегодня будет открывать этот экодук. Здесь и спецпредставитель президента по экологии, по транспорту и по природопользованию Сергей Борисович Иванов. Здесь и глава госкомпании «Автодор» Сергей Кельмах. Здесь и губернатор, разумеется, Калужской области. Здесь и руководители министерств природопользования и транспорта Сергей Донской и Максим Соколов. В общем, церемония начнется совсем скоро. Ну и, разумеется, мы будем освещать все это событие. Маш. Да, Ромас, большое спасибо за подробности. О первом в России специальном переходе через дорогу для лесных зверей рассказал мой коллега Ромас Чаурелли.